Ну и не забываем о том, что у нас продолжается наш горячий четверг. Цены ниже, выгода больше. И по неумолимой логике, после того, когда вы уже успели приобрести себе роскошные портьеры из полисатина, давайте вспомним, что так приятно получить что-то легкое и воздушное на наши окна по самой легкой воздушной цене. Итак, внимание, барабанная дробь. Тюль размером 4 метра на 270 сантиметров по цене менее 1000 рублей. Представлены к тому же еще и в двух цветах, в голубом и розовом, правильно, Оксан? Да. Ну и, конечно, тюль просто необыкновенно, потому что ткань просто волшебная. Ну, что за давай ткань? С тобой посмотрим, как у нас цвета, во-первых, различаются между собой. Да. Вот этот цвет розовый, посмотрите, потому что здесь в основном преобладает у нас розовая клетка, но мы видим, что здесь у нас есть оттенки бежевого, mm-hmm. нежно-зеленого и нежно-голубого. Такой мультиколор, да. Оксан, хочу предупредить наших покупателей, что розовый цвет, вот, который в моих руках, остался в количестве всего 10 предложений. Поэтому звоните нам прямо сейчас. Телефон многоканальный, абсолютно бесплатный для всех регионов России. Номер лота 17-742. Оксана, да, голубой цвет. Давай рассмотрим, да, голубой цвет, он очень-очень нежный. Посмотри, здесь у нас и бежевые тона. Но в основном у нас здесь, конечно, превалирует такая вот голубая клетка. Очень нежные, пастельные тона, пастельная гамма впишется абсолютно в любое пространство. Это может быть и кухня, и загородный дом, и гостиная. Почему мне нравятся такие вот действительно мультиколор предложения? Потому что неважно, в каком цвете ваша квартира, неважно, в каком цвете ваша комната, такой тюль впишется абсолютно в любое помещение. Как, вот обычно мы привыкли раньше покупать тюль, я так понимаю, белого цвета, да, ну классика жанра, она достаточно универсальна. Но здесь действительно хорошая находка. Вот Оксана подсказывает вам, благодаря наличию вот таких полутонов, вот переходящие цвета от бежевого, голубого, к белому, к зеленому, а у меня, соответственно, розовый, желтоватый и так далее, вы делаете универсальное предложение для вашей квартиры, вне зависимости от того, какой пол, какие потолки, да, какие обои, впишется органично. Я еще раз, Оксан, просто сам не верю то, что вижу на наших экранах. Цена менее 1000 рублей, а вы получаете тюль размером 4 метра на 270. Хороший вариант сделать невероятную драпировку. Оксан, я вот изначально, когда трогал эту ткань, она действительно мягкая, волшебная, невероятно легкая и воздушная. Что это за ткань такая? Это вуаль. Ого. Это вуаль, да, вуаль невероятно нежная, да, и сейчас вот мы на современном оборудовании удается достигать уже вот таких потрясающих результатов. А, посмотрите, воздушный материал, который прекрасно будет рассеивать цвет, который будет колыхаться под дуновением ветра, ну, действительно, который придаст легкость и, конечно же, оптически увеличит пространство нашего помещения. Легко к уходе, легко стирается, не нуждается в глажке. Ты знаешь, вообще я тебе хочу сказать, что вуаль это, собственно говоря, именно то, что делает наше окно невероятно легким. Ну и, конечно же, это еще защита от грязи, это защита от пыли. Вот с этого момента поподробнее, погоди. Помимо того, что это эстетика невероятной красоты, каким образом работает на то, что это некая мембрана? То есть это как такая мембрана, да, между помещением и между, собственно, внешним пространством, да, которое висит у нас на окне. Естественно, тюль как бы собирает грязь, именно поэтому, да, не побоюсь этого слова, именно поэтому тюль надо стирать. Но вот наш тюль не боится стирки. Мы знаем, что белый тюль очень быстро загрязняется, выходит из строя, теряет свой натуральный, да, вот такой бело-голубой цвет. И этот тюль, наверное, надолго сохранит не цвет, не боится Оксана, ни грязи, ни пыли. Оксана, важная информация. В розовом цвете, а вот именно в этом, который рядом со мной, осталось только два предложения. И это неудивительно, потому что, во-первых, сегодня двойная акция только в одном часе рубрика «Текстиль». Сегодня и горячий четверг, цены ниже, выгода больше. И к тому же действует акция «Успей купить». Вот именно поэтому сегодня цена на наш тюль 990 рублей. А розовый цвет у нас закончился. Давай поговорим тогда с тобой про... Но у нас пока остался замечательный цвет голубой. Великолепный цвет голубой. Давайте его рассматривать. Вообще, мне кажется, еще один бонус у нашего тюля – это, конечно же, размер. Давай. Размер еще. Гигантский. Размер действительно, вот Оксана хорошее такое слово применила, это действительно эль колоссаль, да, как скажут испанцы. Потому что 4 метра на 270. Вот давай, мы можем выйти за границы экрана фактически, да? Да, вот это, вы представляете, вот такой объем, а при этом цена 990 рублей. Оксан, вот мы с тобой как недавно вспоминали историю. Я вот когда переехал в квартиру, пошел покупать себе тюль. Ну так, просто классика жанра, обыкновенный белый. Просто хотел сам шить. Значит,
меньше серии. Думаю, сам Саша будет дешевле. Да, да. Отрез только ткани, да, вот хорошего тюля стоит где-то от 1500 рублей. А органза стоит и того больше, 2500. Здесь у нас вуаль. Ну, вот она стоит где-то, да, от 1500 до 2000, где-то так. Но это погонный метр. А здесь у нас получается 4 метра на 270, Оксан. Скажи, пожалуйста, а здесь тоже готовые изделия? Да, это абсолютно готовые изделия. Да, очень хорошо заметила то, что действительно у нас гигантская ширина, 4 метра. Можем задрапировать абсолютно любое окно с балконной дверью, окно эркер. Если у вас, например, большие панорамные окна, то этот тюль вам подойдет. Естественно, у нас наш тюль имеет шторную ленту. Шторная лента у нас сшита, шторная лента у нас многоуровневая. Шторная лента у нас оснащена специальным шторным портьерным шнуром, с помощью которого мы можем придать драпировку вот этому нашему изделию. Вообще хочу сказать, что это вуаль невероятно прочный. Он прекрасно держит драпировку. Это не тот, ты знаешь, вуаль, вот где-то вот, ты знаешь, дотронулся до батареи, остались какие-то затяжки. Ага. Это действительно невероятно прочная ткань, плотное полотно. При этом вы видите, какой степенью прозрачности обладает наша ткань. Вообще, ты знаешь, это идеальный вот такой вот вуаль, который вас будет защищать, например, от солнечного света, но при этом с улицы будет абсолютно ничего не видно. Если вы живете, например, на первом этаже, если вы живете в загородном доме, то ничего мы не видим. Это как раз за счет, я так понял, той драпировки, которую можем создать. Потому что, представьте, вы же получаете не просто отрез ткани, маленький тюль, как обычно продается. Стандартная вот такая ширина, насколько я помню, 1.5 метра где-то, но в среднем идет. У нас 4 метра на 270, а цена 990 рублей. Я сейчас попрошу наших коллег продемонстрировать то, что нам предлагает интернет-магазины, потому что там тюль стоит, ну, просто совсем других денег. Давайте посмотрим и посчитаем, что выгодно. Акция «Успей купить» и «Горячий четверг» на телеканале «Дисконт» или интернет-предложение. Вот, тюль, ну, вот, лаконичнее и проще не придумаешь, но стоит он при этом 3827 рублей. Ульяна, симпатичный, согласен. Размер, правда, даже не вижу, но я думаю, не такой. Во-первых, два уже полотна идет. Не так красиво смотрится. 4740 рублей. Здесь, допустим, одно вот такое полотно, но это уже 4740 рублей. Вот, согласен, красивое предложение. Добавлен немножко золотых нитей, но оно стоит 7,5 тысяч рублей. А знаешь, что у нас еще мега-хит есть? Вот он, Эдмон, за счет того, что здесь уже дизайнерский подход, 15560. То есть давайте сравним 15560 и 990 рублей. Снова хочу напомнить тем покупателям, которые только сейчас присоединились к нам, а с начала года это более 80 тысяч человек. Друзья мои, дело в том, что такое ценообразование связано не с тем, что у нас какое-то качество неправильное, наоборот, качество самое высочайшее и проверенное. Дело в том, что у нас ограничение по количеству, ограниченная партия по льготным условиям. И опять же, нет никаких посредников. Именно поэтому телешопинг занял такую популярность и в Европе, и в Америке, и наконец дошел до Российской Федерации. Поэтому будьте умными, будьте практичными, будьте с нами. Воспользуйтесь уникальной акцией «Успей купить» и акцией «Горячий четверг». Новая цена 990 рублей. Оксан, давай еще раз пройдемся по деталям. Что наши телепокупатели получают по цене 990 рублей? Великолепный тюль гигантского размера, 4 метра на 2,70. Такого тюля вы не найдете. Если вы будете покупать где-то в магазинах ткань, то вы потратите гораздо больше денег. И на саму ткань, и, конечно же, на пошивы изделия. Здесь уже сшитое, готовое решение. Портьерная лента у нас имеется. Ну и, конечно же, обратите внимание на эту великолепную расцветку. Мне очень нравится вот эта мультиколористика. Хотя этот тюль у нас называется голубой по каталогу, но мы видим, что здесь у нас присутствует и бежевые тона, и нежно-нежные такие вот спелые зеленоватые тона, персиковые тона у нас здесь присутствуют. Пишется в любое помещение, в любое пространство, а под наш комплект квартиры, считаю, что просто подходит идеально. Идеально подходит. Тем более, ты знаешь, Оксана, мне очень нравится, что здесь и геометрия легко присутствует, да? Да. И вот такие, ну, витиеватые завихрения, да, как это смягчает немножко, да? И опять же, горох у нас здесь, посмотри, есть такая, как будто легкая перхоровка. Потрясающе. Номер лота 17-742, цена 990 рублей благодаря акции «Успей купить».